Hey, okay, с вами Шмаки, мы продолжаем проходить игру под названием The Equation Adventures of the Last Humans. Adventures? Приключения. Да. Так, здесь какой-то робот. Мы убили в прошлой серии двух боссов. Это летящаяся рыба в темноте. Рыба-фонарь. И... Спрута. Который... эксперимента, под которым, короче, делают эксперименты. И я не знаю, что мне делать, куда идти. Походу, я в тупике, на самом-то деле. Я нашел место, но для чего мне сюда? То есть я уже везде облазил, дальше, чтобы куда-то мне попасть, мне нужно использовать мой этот... мою базуку. Для уничтожения камней, которых у меня, конечно же, нету. Но ее где-то нужно взять. Дать раздобыть. Блин, что, давайте снова тогда... А смысл? Там камни нужно ломать. Блин, я без понятия. Хотя мы можем сейчас слетать все равно туда же, где мы были, где мы дрались с экспериментом. И может быть там что-то да и появилось. Мне что-то кажется, что тут без разницы. А как туда, если бы у меня, допустим, не было этого гарпуна? Или бы я туда не смог вообще попасть? Понять. Я не могу понять. Тут у нас ни хера. Сверху ничего. Нет, тут тоже ничего. Право мы смотрели. Кажется, да, там у нас только стенка. Стенка, где камень. И все. А, да, появился дрон. А, не, показалось. Не, ну это дрон. Оп. Ну это я к битве боссу. Что-то не врубился. Ладно. Значит, я в тупике. Где мы еще что-нибудь делали? Мне нужно где-то раздобыть этот робота. Робот только здесь может быть. Где еще? Думай, думай, думай. Где еще что может быть? Ох, ха-ха. Глобальное потепление. Ладненько, давай смотреть. Давай сюда, наверное. Будем здесь искать что-то. Не, гол, наверное, вправо. Коники. Коняки. Камень, который ломается, мне нечем взрывать. Ладно, что-то нашел. Нашел какой-то проход куда-то. Где мне найти мину эту?
бонус. И смысл. Это только обход, да, делаем? Давайте отсюда. Вниз, вниз и налево. А, там у нас этот точно. Туда фиг пройдешь. Давайте сюда. Мы тут были. А что здесь у нас было? Их вспомнишь. Ну да. В принципе, да. В принципе, да. Так оно все есть. Неужто это серия побегушки? Мы будем страдать с вами херней. Пытаюсь понять, куда нам. Рыба в шляпке. Ладно, мы еще куда-то приехали. А, ну мы здесь были. Здесь нихера нету. Так, наверх мне. Блин. Мы все тоже проходили. Не врубаюсь. Понимаю. Моя не понимать. Но мы тут уже быть. Так, закрыто, я взорвался выше. А чем я здесь взорвался? Право на что? А, точно. Сокращение пути, которое я не могу сделать. Хотя мне уже должны быть, по идее. Ядерки. Может, это после Третьей мировой? Не знаю. Это место с маяком. Здесь нам дали новый предмет. Дальше нам ни хера не хотят давать.
Я чисто не знаю, что делать. Типа, я куда мог пройти, я прошел. Нам нужен чертов светильник. Ну, не светильник, а этот. Чертов взрывчатку, которую нам, конечно же, не дают. Дружелюбный краб. Тупой комар. О, я отвлекся. Тут я был. Вообще нихера нет. Как тут что-то искать? Я не знаю, что делать. Меня горит, я не знаю, что мне делать. Ладно, придерживаемся просто стенки. Может, куда-то приедем. У меня потому что больше ничего нету. Все, что у меня было, и то, что мне могло помочь, у меня все отсутствует. Типа, камон. Факельте. Поговорить с ним? Не удается, не знаю. Ни хера не пойму. Куда мне идти? Зачем мне идти? Да, у меня дальность увеличилась стрельбы. Все. А эти зачем эти? Можем завести телепорт, либо пойти опять по трубам, как вариант. Блин, ну типа того босса мы победили, все. Больше нам ничего не дают. Fire controls. Тут нам не пройти, потому что здесь яды, да? Нет, потому что здесь камни. Я там не пролечу, потому что меня убивают. Здесь, ну, типа, мысл. Ну, проехали. Подожди. Это другое место? Мы тогда просто наверх ехали, ё-моё, подождите. Серьезно? Ну, тогда все нормально. Хорошо, здесь мы еще не были. ГГ.
жизни буду подниматься. Так, поехали, зеленый город. Что у тебя тут есть? О, неужто нашлось? Нашлось то, что нужно. Это хорошо. Не вся хотя бы серия ушла у нас на это. Нужны эти бомбы. Так, я могу сюда проехать. Так, либо светящиеся губки, либо вниз. Давайте вниз. А. Туда хоть туда, типа, без разницы, да? О. Сейчас что-то будет, сейчас что-то будет. Крабик. Я жду все еще краба. Краба и медузу. Так, сейвинг, значит, что будет. Да. И это у нас... Да чё? Вау. Радиационная. Черня. Ну, типа... Скажу, что он сложный. То, что он типа преследует, это плохо. Вау, вот это было плохо. Слышь, я. Мне все равно. А, так он еще... Еще при этом пуляет меня. Ядовитое облако, которое пуляется ядами. Ау. Типа его тяжко сейчас атаковать во второй фазе. Я не знаю, сколько у него там хп, но их... Очень много. Oh.
О, тихо! А у меня просто нос щухается. Пипец. Так, ну мы ядовитика убили. О! Торпец. Перегрев. Так, теперь я могу хотя бы яды про... Да, там перегрев, я не знаю, сколько там ждать нужно. Ладно. Типа вот это? Ладненько, он помогает. Помогает, деф. Полетели сюда. Го, короче, там где яд был? Это здесь, да? Типа он рушит щит. Так, телек. Теперь я могу лазить там, где не мог. А, деф не работает, да, тут. Моллюски. Зараза. Моллюск. А, даже это не моллюск, это паразит. Три апгрейда сразу. Ну, этот босс какой-то был. Такой на самом деле. Так, что у нас наверху? Сейвинг. И опять я хер знает где, да? А не, не хер знает где. Так, поток теперь я могу проходить. Через поток. Сейф будет? Здрасте. Здрасте, здрасте. Я умер.
Походу, я могу даже с ним не драться. А нет. Ну вот намек. Это намек, что я типа с ним буду драться. У меня хотя бы оно не дамажит по мне именно. Что оно не дамажит самого меня. Ладно, у нас в принципе теперь есть ракеты. Мы встретили того, с кем мы будем драться. Ай-яй-яй. Все заново. Да, нужно до контрольной точки хотя бы дойти. До филлер. До филлер. Да, это еще один босс, это у нас третий уже босс. Ни хрена себе. Давайте вместо того, чтобы туда идти, мы пойдем. Так, сразу бы сказали. Еще ниже. Ниже, кажется, там тот проход, который нам закрыли. Поехали. Или не поехали. Изи, изи, квизи. И чё? Типа было проблематично? Поехали. Выход. Лобстер. Биг лобстер. Почему типа он туда смог пройти, я туда не мог пройти? Нечестно. А, ну тогда все нормально. Минус дофиллер. Мясной кубик. Теперь я понял, что это. Хорошо, что я туда не пошел. Fight Central. Так, что здесь у нас? Так, это я в город, да, вернулся? Тагу, fast travel. Сохраняемся. Давай, наверное, отсюда. Или давай здесь закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. И всем пока.